Стахов, ну, надо мреет, играет у нее, вот, поют. Мне тоже вот понравился. Ну, я по-казахски-то не знаю ничего. Ну, а так-то они, как сказать, домбра у них, три струны. Домбра у них, не знаю, с чего она. Ну, с дерева, да, сделана. А струны я точно знаю, они эти. У них струны, это с бараньи жилок натянуты, вот этот. Это я уж точно знаю. Струны у них необыкновенные, вот это. Они там не какие-то, а вот с бараньей жилок каких-то сделаны. Вот. И она такой звук создает. А поют мне, вот, я как-то у них концерт смотрел, и вот обязательно два домбриста выходят. И они вот так, один сперва играет, а как запоет, там что-то такое, на поет, играет так, а быстро так все играет. А другой просто сидит, слушает. А, ты так спел. Я, говорит, сейчас похлеще спою. И вперед свой добрый торик. Начал. Короче, у них это... Короче, понял, как два разъяренных быка у них, короче, вот эти быки, когда дерутся, два разъяренных. И так же они на этих домбрах. Вот тут... А на домбре они как крутят, вертят. Домбра у них вот так, и сяк, и по-всякому. Тот другой смотрит и слушает, а ты так, а я вот так теперь, на. О, как начнет загинать. Это вообще потрясающий концерт у них, на. Это просто надо смотреть и видеть, как они поют. Вот я концерт вот такой видел, пел, мне вообще понравилось. Вообще классно, вообще. Там вообще у них... Короче, как будто драка идет, тебя передерутся между собой. Это музыка такая, музыка, вот как драка, понимаешь? Вот это азарт, вот. Вот это я посмотрел, вот, ну, у нас так не поют, у нас, вот как там Зыкин запел, что аж спать хочется и уснуть, а у них нет, вот так это смотришь, агрессивно. Ух ты, ну давай, ну, одна ты давай. Это как на ринге два боксера, она боксируется, бам-бам, и они то же самое так же. Вот у них песни вот так поются, вот. Молодцы казахам. Привет казахам! Скоро Наурыз вас праздником, всех наступающим!